Привет, YouTube. Пора покушать. Время обед. Кушать будем по старинке. То, что вам нравится. Лапшой, да не абы какой. Некая китайская лапша. И что меня поражает, может быть, я плохо искал, но на эту лапшу я не нашел обзоров. Может быть, мой первый с тобой, кто ее возъедает на YouTube. ЖМЛ. ЖМЛ. Что такое ЖМЛ? Что такое? Меня смутило крайнее название. Я его переименовал. Джамалунджо. Самая высокая точка мира на Земле. На Эвересте, блин. Или Джамиль. Это какой-то мод Half-Life. Джамиль, держи боеприпасы. Мне заколебала эта фраза в этом моде Half-Life. Джамиль, держи боеприпасы. Китайская лапша со вкусом говядины. Это цена, я тебе показывал, за которую мы ее нашли. 79, по-моему, денег найдено в маяке. Зачем там сотейник? Потому что, понимаешь, я более чем уверен, что ее лучше сварить. Хотя, вот здесь написано способ приготовления. Откройте упаковку, положите лапшу, содержимое запора, запоры туда-то, наполните миску кипятком. Закройте миску, подождите 3 минуты. Размешайте, утюг готовость. Это тот момент был в маяке, наверное, когда внезапно появляется какая-то интересная редкая лапша, а потом пропадает. Изготовление. Готовлено Holland Avenue KZ Zone. Короче, нам не важно, где изготовлено. Там вода закипела, пока выключим. Ибо мы еще балаболить будем с тобой. Импортер Владивосток. У меня уже дофига из Владивостока товарищей, которым я белой завистью завидую, потому что, блин, у них там сильно много всяких ништяков. Лапша быстрого приготовления, большая порция, со вкусом острой говядины. Состав, состоящий из одних ешек, 451, 601, 450, 405, 319. Короче, лучше это не читать. 1900 килоджоулей, 401 килограмм калорий. Лапша китайская с говяжьим вкусом, написано острая. 2 галета вместо хлеба. Деревянные приборы для возъедания. И капсаицин я портить не буду, но я без него не могу вообще. Я его намажу на галету. Пойдем скроем эту упаковку, посмотрим, что она в себе для нас с тобой имеет. Если ты захочешь ее, я уверен, ее больше в маяке не существует. Вот посмотри на маркетплейсах всяческих, на Яндекс.Маркетах. Но нашел на Озоне, можешь найти. На Валбаре ее уже нету. Может, она, может, ее и не было там, я не знаю. Пойдем растопырим коробчонку. А что 35 грамм здесь находится. Любовь Геннадьевна тоже ее не ела. Взяли мы ее одну, ибо не дешевая. И попробуем Жамиле этого. С сухофруктами пакет один, вот такой. О, какой! Ни хрена себе, зря мы ее одну купили. Надо было, блин, в кредит брать. По-моему, тут куски мяса даже есть, братцы. Капец. Включаем опять пилету, которая нас много раз уже накормила. И ждем, пока основательно закипит снова вода. Лапша очень желтенькая, очень красивая. Такая круглая, как круг плюшка. Понюхать. Пахнет, братцы, как та лапша пахла, которая в 90-е только появилась. Водичка у нас кипит. Варить будем недолго. Будем смотреть тактильно, что оно себе представляет. Пока накроем, пока что. Этот пакет, скорее всего, надо подтопить, потому что я тактильно ощущаю, что здесь мясо какое-то находится. Дабы оно все хорошенько вылилось, мы подтопим маленько в теплой воде, в горячей. Вот таким образом. И все. Почти всю воду мы будем сливать, поэтому ждем. Ну давай, наверное, овощи все-таки... Нет, блин, я не знаю, что сделать. Все-таки часть овощей всегда сливается вместе с водой, блин. Сухофрукты сушеные, овощные. Не отходи, долго вариться и точно не надо это вообще. Да, она очень упругая, очень жесткая, поэтому, да, о-о, она твердая местами. Варить обязательно, практически уверен. Она как солома. Ее много стало. Пахнет. Мне нравится, как пахнет. Пахнет она вот лапшой из 90-х, которая только появилась, настоящая китайская лапша. Блин, я не знаю, может быть, с водичкой ее сделать все-таки. Хлебалом похлебать, чтобы. Так, варится минуту уже. Давай с водичкой сделаем. Высыпаем в таком случае переправы и мясной бульон. Конечно, я более чем уверен, что... А, о, какой бульон еще. Перец прям. О, все, чтобы до основания. Ну, зря, конечно, я с водой сделал. Выключаем плиту. Она так остренькая, наверное, была бы, а так не будет остренькая. Но хочется похлебать хоть что-то. И тем более одна пачка на двоих, делить тут нечего особо. Давай, накрываем. И еще буквально 20 сек. Можешь отсчитывать прям. Понюхать забыл.
Но пахнет хот-потом. Что ты будешь делать-то, ё-моё? Мы делили апельсин, как всегда. Лайфхак. Бери на вооружение. В принципе, нормально. Две добротные порции получились. Смотри, прям две порцайки. Ну, это понятно, ведро воды вылил. Чем больше воды выльешь, тем больше порция получится. Это Любовь Геннадьевне, а это нам. Ну так, как так? Я не буду прям сюда сейчас добавлять капсаицин в умтри. Буду на печеньку мазать, чтобы не портить вкус. Блин, не дешевые нифига лапши. Кое-где вообще какие-то странники. Странники ценные. Странники ценные. Ценники странные. Так это все выглядит. Ну и пойдем на мукбанг. Я кушать хочу уже. ЖМЛ. Что бы это могло значить? Пиши свои догадки в комментариях. Пожалуйста. Ну что, братцы, товарищи крестьяне, голодные, сытые едоки. Давайте пробовать бульон сначала, говядину попробуем. Если она тут. Всем такой уж полезный аппетита, блин. Так, мне кажется, ее без бульона делать надо. Какая-то ненасыщенная. Видим тут траву морскую. Какой-то такой не до чего-то недоделанный вкус. Что-то тут не хватает как будто. Давай саму лапшу пробовать. Мне не остро это. Может быть, я даже налью капсаицина. А если она невкусная, один хрен. Структура лапши божественная. Можно сравнение провести с булдаком. Блин, ну вот чего-то не хватает прям. Не, я так их не могу. Сразу, братцы, кролики, скажу, что она этих денег не стоит. Или ее надо делать без воды. Вот Хейнс, может быть, сейчас исправит положение. Хейнс и в умтре капсаицин соуса побольше. Капсаицин жрать стал в два раза больше, блин. Я тогда загибался, когда первый раз пробовал от капельки, блин, у меня живот заболел. А сейчас вообще ничего, что-то. Что это такое? Если кто-то найдет обзор на эту лапшу, киньте мне ссылку. Неужели нет обзора, блин? Не может быть такого. ЖМЛ. Хейнс красавчик. Сразу всего хватает. Я знаю, что вы где-то... Ни хрена себе, что-то я налил. Знаю, что понапишите, еще вкуснее можно делать, мазика туда налить. Я знаю. У меня рыло треснет тогда. Иногда можно, но редко. Ничего феерического в этой лапше нету. Я не знаю, почему она столько стоит. Может, она, блин, редкая, потому что она гумно. И никто не обзирал, поэтому ее, блин. Если бы Хейнза и в умтри не налил, было бы дно. Да, Степка? Вон он, Степка. Кушать пора уже ему тоже. Я знаю, что с майонезом все вкусно, блин. Майонез бустер всего. Пельмени, вареничку, лапшичек, блянов. Даже просто на хлеб намазать вкусно. Вот сейчас будет жарко. Хейнс даже перебивает отвратительный вкус в умтре. Люблю Хейнс. В нашем случае итальянский кетчуп. И кисленький, и уксус чувствуется, и итальянские травы чувствуются. Все вкусно. Ну что, друзья мои, голодные, сытые, надеюсь, сытые, успели поди поесть. Я стараюсь делать подлиннее видос, чтобы ты успел похавать. Или успевала. Что по этому Джамале, Джамилю, Джамалунджи? Она таких денег не стоит. Но, возможно, я харик косячная. Если его приготовить без воды, но варить обязательно. Он как альконий, он вот такой вот. Ай, блин. Он, короче говоря, безвкусный какой-то получился. Чего-то там сильно не хватает. И не соли. Вроде и приправа чувствуется соли, а вот чего-то не хватает прям сильно. Попробовать разок можно, но это не фейерверк, не кулинарный оргазм, ничего такое. Ну, я не знаю, если не найдешь в маяке, а ты, наверное, не найдешь уже его там, эту лапшу, его, кого его. Че он городит все время? Короче говоря, если его там нет, а его там нет, наверное, то ищи на маркетплейсах. Ну, а пока не скучай, не грусти, скоро Макса в гости жди. Береги себя, своих близких, здоровья всем сибирского вот такого. Ну, а пока-пока. Трям. Спасибо за просмотр, дорогой друг. Ставь лайк, оценивай видео, подписывайся на канал. До новых встреч.